опять пошел на них. Вот, ревъебал, смотри. Ух! Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Крыму. Об этом сообщили российские и украинские СМИ. Ракеты попали в военный аэродром и склад боеприпасов в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Сообщается минимум о 10 взрывах. Горят склады с боеприпасами и взлетная полоса в Новофедоровке. На место взрыва направлены машины скорой помощи и вертолеты. Местные власти просят население спрятаться в укрытие. В Крыму объявлено чрезвычайное положение. Представляем вам кадры момента взрыва и пожара. Пойдет самолет.